Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков объявлен в международный розыск. Санкцию на его арест сегодня выдал Басманный суд Москвы. Родченкову заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Напомню, ранее было установлено, что глава антидопинговой лаборатории сам склонял атлетов к употреблению запрещенных препаратов и продавал их. Показания по этому поводу дали сразу несколько спортсменов. Потом Родченков сбежал за границу и стал обвинять Россию едва ли не в создании целой допинговой программы, пытаясь представить себя борцом за чистоту спорта. Именно слова Родченкова легли в основу скандально известного доклада Макларена, на основании которого российские спортсмены были отстранены от международных соревнований.